Вот я выпустил курочек своих молодых старым курям. Это мне мамка на день рождения подарила. Говорит, ты курочек любишь, так что на, держи. 7 штучек мне подарила. Получается 4, 3 петушка, 4 курочки. Ну, смотрю, они этот не стесняются. Молодцы. Только старый петух что-то там задирается на них. Ко-ко-ко, давай. Вот петушок белый, курочка белая, красная курочка, петушок цветной, там курочка темная. Посмотрим, что с ним будет. Мамка живет 60 километров от меня, то ездит сегодня в гости. Она мне подарок сделала на день рождения. 8 сентября день рождения. Говорит, на, ты ведь любишь живность, бери. Вот такие красавцы. Взрослые уже практически. Ну, это помесь, я так понял, что... Потому что, смотри, лохмоноги тут всякие разные. Блин. Белые, красные с лохмотьями на пальцах. О, ну, смотри, нормально вроде. Главное, чтобы не долбили их. Ну давай, давай, давайте, все на улицу. Я вас поснимаю. Попозируйте тоже, что. Давайте. Давайте, попозируйте мне. А ну-ка, давайте, пойдем посмотрим на вас. Вот таких мне молодняк вот такой мне подарили. Петушок вот такой тут. Такой петушок. Вон еще петушок. Там курочка. Вон еще трое стоят. Вот еще трое. Ну, они уже почти взрослые. Молодые, конечно. Да. Петух заигрывает с ними прям. С курицами. Но они еще молодые для тебя. Прыгаешь ты, глянь на него. Такие у нас молодежь такая. Вон такая. Короче, получается 1, 2, 3, 4 курицы и 3 петуха. Вот так мне мамочка сегодня поздравила. Спасибо ей большое. Лохмоногие какие-то тут. Ну, короче, они помеси. Вот такие у нас курки. А Петя старый наш. Ну, он не старый, конечно, но он же тут главарь. Уже сразу начинает свои эти законы устанавливать. Так, Петя, молодежь не обижать. Петушков не бей, курочек не обижай. Вот такие курочки у нас молодые сегодня прибыли. Наше пополнение. Вот. Получается, так, еще раз посчитаю. Правильно посчитал, неправильно посчитаю сейчас. Так, раз. Вон одна. 2, 3, 4. 4 курицы и 3 петуха. Мне мама подарила. Ну, все, вот я вам показал сегодня пополнение свое. Такие у нас курки. Так, не драться. Вот она, молодежь. Ну, молодежь почти взрослая. Ну, конечно, еще до того, чтобы нестись, мало времени. Какие-то интересные. Вроде бы такие невзрачные, но все почему-то лохмоногие. Может, с какими-то брамами помешанные.